Помимо сотрудников полиции и Росгвардии, к охране порядка присоединятся и народные дружинники. Также будут приняты дополнительные меры по оптимизации транспортной логистики. В период с 1 по 9 мая на территории города Нефтеюганска пройдет большое количество общественно-массовых мероприятий с большим количеством пребывания граждан. Сотрудники УМВД России по городу Нефтеюганску совместно с администрацией города Нефтеюганска, частными охранными предприятиями, народными дружинниками и Росгвардией будут обеспечивать охрану общественного порядка на территории города при проведении мероприятий. Чтобы праздники запомнились положительно, нужно соблюдать несколько правил при посещении мест массового скопления людей. Запрещено проносить алкоголь и любые виды оружия. Также стоит воздержаться от покупки взрывоопасных и пожаротехнических веществ. От лица УМВД России по городу Нефтеюганску, обращаясь к гражданам, убедительно просим соблюдать охрану общественного порядка и нормы поведения, выполнять законные требования сотрудников полиции, при выявлении подозрительных граждан и бесхозных вещей обращаться в дежурную часть УМВД России по городу Нефтеюганску, либо непосредственно в службу безопасности при проведении массового мероприятия. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций лучше не геройствовать, а обратиться в полицию. Все номера вы сейчас видите на экране.